Итак, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение игры Metro Exodus. Итак, мы остановились на том, что отправились на поиски дрезины. На этой дрезине мы захватим пассажирский вагон. И с дрезины пассажирским вагоном мы отправимся дальше в путь, через Волгу. Вот, а еще я искал канистру с бензином, чтобы залить вот этот генератор. Где он? Вот здесь вот этот генератор. Чтобы открыть две двери, нам нужен сюда бензин. Я пролазил половину локации, а оказалось, что канистра лежит вот здесь вот, да, вот она лежит здесь. Вот такой вот я гений. Я ходил на заправку, в надежде, что, ну, логично, на заправке есть бензин. А там его не оказалось. Там, кроме бандитов, больше ничего не было. Вот теперь мы заправляем сюда наше топливо и открываем эти две двери. Надеюсь, проблем больше не будет. Вот так, запустили генератор. Так. Ага, вот, заработало. Отлично. Так, я не понял. Так. С этой начнем тогда. О. Так, надеюсь, тут что-то интересное будет. Так, это пока не интересно. Это тоже не интересно. Ну, пойдет, но неинтересно тоже. Так, лампочка какая-то. Так. Провода куда идут? Там дверь заклинила. Не понял. А вот дверь. Так, а замка нету. Так, а если вот здесь попробовать? Так, вот еще мешочков. Ага. Тут вот еще крыша есть. Так. Химия. Так. Еще ништячки. Так, о. Надо подпитать немножко. Это для той двери, для правой получается. Отлично. Так, теперь можно открыть засовчик. Так, и... Блин, я надеюсь, здесь супер-мега какая-нибудь пушка или еще что-нибудь. Да что такое, блин? Ну, вот теперь я открою. Ура. Аллилуйя! Ох, ёлки-палки. Вот что такое-то? Так, батарейки какие-то. Что это за батарейки? Так, это какое-то предмет снаряжения. А это что такое? Ох, ёпрсоте! Это что такое, блядь? Так, как выключить? Блин, это здесь кто-то проводил какие-то эксперименты. Какой-то здесь придурашный доктор был. Так. Что-то мы взяли. Предмет снаряжения. А, здесь же нет этого. Ладно. Тут есть рядом сейвовая точка. Сейчас туда сходим, посмотрим, что там. Что за батарейки? Так, и это у нас контроллер заряда аккумулятора. Электронная схема в составе зарядного устройства, предназначенная для управления процессом заряда аккумулятора. Повышает эффективность процесса зарядки, увеличивает долговечность батареи. Ну, неплохо. У нас фонарики дольше светить будут. Отлично.
Хотя и так вроде проблем не было с этим, но да ладно. Это что такое? Дождик, что ли, сейчас будет? Да, вон тучки. Блин, а? Ну ладно, пусть будет. Так. Дальше, дальше. Дальше мы идем к бандитам. Мы идем к бандитам. И я думаю, можно будет сходить, игрушку забрать для маленькой Настеньки. Мишку. Плюшевого мишку. Так, вот здесь и припаркуемся. Далеко плыть не надо. А, кстати! В прошлый раз здесь лодки не было. Я еще задавался вопросом, типа, почему? Вроде как бы пристань есть, а лодки нет. Теперь она появилась. Непонятно. Блядь! Ты чё бегаешь так, блядь? С калашом разговор простой. Просто раз, два и все. Так, идем к бандитам. Вот здесь была застава бандитов. Так, сохраняемся на всякий случай. Блин, а? Чё там, а? Ничего там, а нету. Да показалось. Фонарик у меня не светит. Ну подойди, посмотри. Блять. Так, нас палили. Так. Помню я в прошлый раз таки... Как у тебя пушка за это волось? Нет, я тебя вырублю. Так, в прошлый раз тоже один сдавался, потом в крысу подошел со спины и хотел убить. Поэтому на этот раз будем осторожнее. Блин, у него два ствола было. Модный. Ну, по-тихому не получилось. Так, смотрим, что тут есть у нас. Оба-на, вот это шлем. Вот это ништяк. Вот это мне нравится. Так, а чё, может наверху что-то интересное есть? Мы там убивали челобосика. Так, нет. Так, аккуратно. Так, это спуск. Это не то. Пускай горит. Уже смеркается. Вот он и дождик. О, это длинный ствол для револьвера. Можно из него снайперку теперь сделать. В
Блин, ну не погода прям вообще классная. Прям дождь. Прям в лицо так и бьет. Так, нет, здесь убьемся. Блин, а это что такое? Это прям какой-то очень... Ого! А это что такое? Это нормально? Очень сильный дождик. Прям очень сильный. Блин, а? Может, где-то переждать можно? Так, а здесь, я думаю, вряд ли будет какая-то силовая территория. Жесть, просто жесть. Прям ураган. Да ни хрена себе. Меня молнию не убьет-то. Блин, что-то я очкую. Так, ладно. Дальше мы куда пойдем? Дальше нам бы за Мишкой сходить. Вон он, Мишка. А на обратном пути можно и дрезину захватить. Да, так, наверное, и сделаем. Так, это тоже у нас какая-то база. Так, противогаз надо бить. Да, противогаз, я сказал. Что такое? Это, блин, дождик радиоактивный какой-то. Так, убегаем, прячемся. Вот, все, нету радиации. Нет, это не дождь, это значит территория такая была. Значит, будем ее обходить. Ух ты, ёпарасоте. Так, я правильно-то иду за Мишкой? Да, правильно. Вот, все, распогодилось. Так, на стелсах. Так,
Так, еще один. Блин, а? Еще один. Так, вот они, эти цистерны, за которые говорила Настя. Бочки. Блин, а? Ладно. Так, тихо. Я не хочу проблем, проблемы не нужны. Так, здесь радиация у нас жжет. Обана, вы кто? Да какой грех, балда? Музыка же искусство. Ты музыку слыхал вообще? Что происходит? Кто здесь? Давай, я пущу. Все. Ты из того поезда, да? Ну да. Ну здравствуй, браток. Здоров будь. Привет. Вы, видать, с продвинутого места. Ишь, какие штуки на тебе. Да, с Москвы приехал. Во, видишь, сын, нормальный человек с обхождением, и нечего так нервничать. Вы уж это, на местных зла не держите. Чужаки просто в последнее время нападают, короче, часто. Вот они и обозлились. Ну и Силантий все мозги прокомпостировал. Грех, батенька! Вот видишь, сын уля мой. Тут, если Силантия не слушаешь, житья не будет. Слыхал, крест к вам прибился, это хорошо. Толковый он мужик, пропади, жалко было бы. Но да такой не пропадет. И что Катьку с Малой забрали, тоже вам спасибо. Стыдобато с ними получилось. Я бы сам напросился. А что, стрелять умею? Тут после войны сначала такая жизнь была, что то кино про ковбоев. Да только сын тут у меня. Сома-поклонник по мамкиной дурости. Ну и понятно, отсюда ни в какую. А без меня и тут пропадет дурачина. Вот ты что такое кино, знаешь-то? Слыхал хоть? Грех, батенька! Общину позорите! Да перед кем? Еретик он! Да не еретик я, алё! Он заладил. Грех. Головой думать надо. Так и живем. Да, я понял, тяжко вам. Тихаря где-то на краю территории слушайте музыку. Ты, браток, только в меня стволом своим отвечь. Пушку убери, да Все, я понял. Я понял вас. Отец нормальный, а сыночек сомопоклонник, так сказать. Так, надо... Так, все, надо сделать аптечек, а то мы потратились немножко. Так, и посмотреть, что тут за шлем. Укрепленный шлем. Тяжелый вариант спартанского шлема, создан на основе композитного материала нового типа и обеспечивает повышенную защиту от пуль. Установить. Нормально. Да, не вон усиление идет на глаза. Блин, а теперь модный. Заряжен, так сказать. Так, вот эти тоже сделаем. Сделаем максимум сразу. Так, все, давайте, братки, удачи.
Ой-ой-ой-ой-ой. Вода. Нельзя в воду. Так, мне надо на вот эти бочки. Как туда попасть-то? Ага, вот. Что там произошло? А, этот сын выстрелил в этот магнитофон. Я понял. Давайте, это ваши семейные проблемы. Так, а мне нужна игрушка. Так, сохранимся. Это нам сейчас... У нас сейчас битва будет. Против демона. Ага, сидит. Так, а давайте мы его гранатками сразу закидаем. Все, что ли? Чё-то какой-то ты слабый. Вот он, Мишка. А, протирай. Да, Мишка, Мишка, Мишка. Так, чё тут есть интересного? Трупик. Противогаз, она мне нужен. У нас круче он намного. Так. Детали улучшения. А где детеныши-то твои? Блин, надо, я думаю, сжечь это. Так, где у меня? Вот. Чё-то она не горит как-то. Или горит? Так, а это что за место? Тут я не был. Там вон еще какая-то территория есть. Надо в бинокль глянуть. И восклицательный знак. Так, а туда, кроме как по трубам, не доберешься, да? Спуск, вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот сюда идет, я понял. Там какой-то трупик. Так, а вот он, наверное, дорога, да? С бочки. Угу. Угу. Потому что здесь я не знаю, как. Тут наверх никак не заберешься. Так, ладно, сходим по этому пути, значит. Так, по тросу спускаться не будем. Будем ножками вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все тут очень ветхое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Так, все, Мишку забрали, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, противогаз надо одеть. А, зачем?
Ну, давай по одному, блядь, подходи. Все. Так, записулька. Так, у нас еще какое-то улучшение есть. Это... А это у нас получается там... Какой-то компас, что ли? Так, вот, по вот этому пути надо идти. Так, а где рыбак? Вот он, рыбак. Так, идем, значит, сюда. Так, а теперь нам надо вот сюда вот. Опа, ага, есть. Сохраняемся. И... Так, здесь... Здесь, по-моему, вот сюда я думал забраться. Блин, ну тут не доберешься никак. Не понял. А, вон еще был ход. Все, я понял. Так, тихо. Вот он, ход по трубам. Так, вот сюда. Блин, ну здесь у нас слишком отвесно. Вот на ту... Блин, тут даже вон флажочек есть. Ага, ага, да, есть. Так. И на стрелу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все скрипит. Так, тут улучшение у нас. Приклад и ствол для автомата, но он у нас был. Итак. Так, наверх. Так, ну и все. Это вся территория. Итак, нам надо вниз. Блин, ну мне кажется, это какое-то место секретное. Мне кажется, все-таки может здесь есть какая-нибудь записка, какая-нибудь заметка, которая будет повествовать об этом месте. Что-то тут как-то пусто. Но нет. Здесь ничего нет. Так, ладно. Спускаемся вниз. Я думаю, нам отправляться за дрезиной.